Но если вы стопнете на 5 секунд, чтобы я собрал этот таунтов, у меня всего 2. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Холфейн, иди бей ту кучу. Так там в одной точке пробудить, если это не откидывают. Мне не нравится. Тогда бегай за ним. Это злой. Знаешь, сколько таких хитрых обычно все время? А что, его не надо бить или что? Ну, быстрее проще тех залить, чтоб меньше кидало. Ну да, когда они откидывают по КД. Ну им же можно дать стан. Вернуть лойки могут. Ну я не лок. Ой, мы как бы все можем, но не хотим, да? Можем играть по красоте, но нахуй оно надо. И так, Саня. Так же руки заболят, блин. В натуре. Да ебать, пизду вас даже не станов нихуя. Я за коватом согласен. Как ты его любишь говорить, и так сойдет. Нет, это не я люблю говорить, это в мультике было, где челик в печку дрова закидывал, муку там, всю хуйню просто. Да-да-да, охуенный такой чел, блядь. Ну и так сойдет, ебать. Это вы что, за меня есть будете? Ну да. Вот так вот. И потом... Всякие двое из ларца там, блядь, будут за тебя рейдить. Кто новый хозяин надо, да? Я помню, на работе так заебывал эту хуйню, блядь, на сейчас. Как он называется там мультик-то этот, блядь? Советский старый мультик. Оля Лукоя, блядь. Ну, с учетом того, что главный этот герой был каким-то ебаным пионером, я как-нибудь так не называю. Вот видишь, по красоте, да? Раньше ебаными пионерами, блядь, почти все были. Обязательно быть ебаным, чтобы быть пионером? Я не знаю, кто там ебаным. Бля, я, кстати, так сейчас с этой хуйней угораю, как он, блядь, называется? Люди, пионеры Путина, блядь. Отряды? Нет, слушай, ну я не помню, как она, блядь, молодая гвардия. Они достал эти времена, да? А, молодая гвардия. Я не, хуй, ну вот они, блядь, там в Москве задрачиваются, блядь, по залупам. Нет, есть отряды Путина, они вот... Полрейда пионеров, нормально. Это просто я угораю с того, что... У нас в Конституции написано, что идеологии нет, блядь.
от коммунизма отвернулись, на один хуй, все, сука, по тем же рельсам, блядь. Не представляю, ёптаный, блядь, пионером, нахуй. И он за член берется, за дружеский, да? Ты, сука, не понял схемы голландского штурвала, ты не берешься за чужой хуй. А он берется, да? Да не он берется, блядь, каждый берется за свой, блядь. А, понятно. Чего ждете, пульте? Так, это милите в сторону. Да там что-то мана у нямки не резается, пол маны еще нету, блядь. Цирк, блядь. Питье, наверное, плохое. Ну у нас же питье старое. Сюда подойди к боссу. Че, вы раете, блядь, 27 человек? Двое сильнее страдания. Снял тебе в прошлый раз, как ловить Антонидас, ты так и не слушаешь. Натура-то во всем просто. Это же Антонидас. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошло... Че за хуйня, блядь? У всех сейчас было это, что типа, блядь, босса убили, а как гонить? Сильно не переживаю по этому поводу. Нихуя, я теперь спать не буду неделю. В запой выйду. Шторм, это в курсах? Шамановская лужа стакается со второй шамановской лужей? Что значит стакается? Они две кидаются? Ну, типа, одну... если две в одну точку закинуть, они будут как одна? Нет, они как... будут обе хилить. Мы даже три кидали. Они все три хилят. Просто разные цели. Оно... А, лужа хилит только 6 целей. Не всех. Отхиливает на фулл столб следующие 6 целей. Понял. Горите в огне хозяина!
Закиньте пару имен по телам. Алекс сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Берегитесь. Слуги, обратите их в пепел! Замена кто хочет? Я могу. А чё, мы без мага? А, на замену. Сама на фкшке. Керс не работает. АФК чек. Сюда это ж комбат. Ждем Враску и Настю. 5 минут перекор. Вой, Вага, ты здесь? Ау. Это пан. Там на профи вот был вот край, где я там на меня выбрал красный, я под босс подвел. Там я что-то не так сделал или что? Не думали, что ты слакаешь под боссом. Да подлагнул, показалось, что типа стоял на месте, а потом ты побежал. Ну, типа, показалось, может. Да, долго стоял очень. Так было задумано. Я прыжком это сделал. Прыжок сильно не стоит надеяться, потому что ядро воспринимает, что ты находишься в старой точке до момента твоего приземления. Окей, ладно. Ну, просто на будущее, если что. Так же с блинком у мага работает. Есть кого Дживс не на ГД? А кто шестой хил будет? Или в 5? Пятая группа и Гея. А, точно.
Чё там за покалывание? За апокалами идешь? А, ну так да. А ты выше всех, там никого выше нет тебе. Я хуй на то там выше. Чё-то Йота, я тебя немного порадую. А апокалы не упадут? Нет, даже если они упадут, ты не заберешь. Да ваги нужны? А не ваги нужны? Много кому надо. А у ваги вон. А выше меня только ваги. А кроме апокал тебе что надо еще? Чеху. Ну ее походу мертвые, да, заберу? Не знаю. Жизнь боль. А зачем тебе апокалы-то? В смысле? Они топ ботинки. Языка, давара, для всех. Я вот этот пояс поменяю, блядь, и если апокалы будут, то будет, будет. И апокалов не будет, будет мне заебись. У них даже в обычных апокалах силы больше, чем, блядь. Чё, ДВшники, завтра пойдут целка 25 обычку? Нахуй протащишь, без меня, блядь. Мне душу нужен. Пошли. Чек на ФК. Не знаю, Йотан, я б на твоем месте апокалы в этот раз не ролил. Уступил бы более перспективному и дамажащему ДК. Так там же вага заберет. Ваги не надо, у него 277 этап. Чего? Ты сказал, не надо. Вага сейчас заберет, РПБ тапки бисовые у ваги, там ему не надо пока. Ничего у меня не бисовое. Встаёт ну, надеяться, что Вага вылетит просто во время пула и Йотан то. Чё, мы дальше АФКш? Ждём пока, двоих. Всё ещё нету. Тогда пойду к урну. Джис? А, вижу, всё. Нихуя у тебя, блядь, кольцо, нахуй, запы, блядь, шея, нахуй. Боты одни остались, Найк, да? Найк сказала, будет через минуту. Ты про меня, Радвар? Ага. Апокалы, кольцо. Кольцо-то у тебя есть уже. Нет, у меня нету кольца с РСХ. А, это, блядь, с этого, с того кашки? Да. Ну у тебя хоть, блядь, запястье есть, нахуй, на моем варе нихуя нет. Ууу, вар с неполированными камушками в цветении. Ну ж кольцо надо менять, я не могу, да, полироль оставить. Значит, по хилам у нас по тьме будет просто отец гея. Шторм.
Святубу, Нямка, Чипса и Норси. Нямка, ты, соответственно, во тьму вообще не заходишь. Даркис, Адванс, дайте кто-нибудь шкаф. Что ты будет? Будешь завтра собирать обычку? Вой! Будет, он же сказал. А что, на Джайна не пойдем? Ты что, обычку-то потерял? Да я душу набиваю. Бля, ну сходи нахуй, я пофарми. Заодно и себе голду. Блядь, ты сходил с ним? Я вон локом уже сходил, блядь, я проклял все, блядь. Забил. Короче, идешь танком. Собираешь себе пати. Ну я знаю, с боешкой. Боешки анро, блядь. Все. И голду заработаешь, и душу себе выпьешь, и репу покачаешь. Я просто такой человек, я, блядь, ровно по одной причине рейды не собираю даже. У меня, блядь, вот от этих уебищ на момент сбора уже начинает подгорать так, что я, блядь, готов просто клавиатуру нахуй располовинить от... Ай, там берешь кикаешь нахуй. От дурацких, блядь, вопросов и так далее. Самое главное хилов и все, а ДД там дохуя жвачек будет. Чем мы ждем одного? Правда, я просто не знаю, нужен ему лут отсюда или нет. Писал 15 минут уже, до хера прошло. Это я там релок сделаю. Данидас, ты будешь во тьме танчить. Войд трэш танчит. Коват танчит. Калеона в свету. Ну что, мы кроме Враски не можем никого взять? Да шмот ему нужен. Не нужен, не помню. Сейчас, ладно, посмотрю это релка. Может, во тьму? Может, лучше Ковата во тьму? Возвращайтесь в игру Void, Йота. Сумоньте фися, вы пульт будем. У него там все есть, блядь. И запястье я пока. Да, я уже посмотрел. Так вот шею почему-то он не берет, нихуя. Во шею ему нужно. Шея СРС не для ретро. За квест этот вижу. Хавайте. Баф обновляйте. Чек на баф на пул. Клик на АП не забудьте. Да, ты чё с пингом, блин? Нет, ни лапки, ни инты. Обновляйте бафы, речь. Еще раз. Чек на бафы на пул.
Сантей. Я говорю, святу же саппорт не нужен? Святу нет. Выйдите, боссы. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Говорят, тотемы надо убирать. Не надо кивать. Там ловушка, не сразу тебя становится. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Заходите быстрее. Понимаю. Охуенно. Прохил, блядь. Прохил. Какой прохил? Прохил танка и рейда. Короче, сделайте так, поставьте его на трёш, нахуй. Да сейчас я всё сделаю, не парься. Заходим, не лежим. Как? Мы в прошлый раз говорили встать, вот. Я встал нормально. А при чём то, что ты встал? Подкрутить надо было немного его. За лезвиями должен был встать. Схема, чат, я стал. Коват во тьме, Данидас, ты на трэше, на мелко. Войд на боссе. Ну, главное, молчаток. Нет, 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 я на замену все. Если тут есть люди, которые так считают, то пусть считают. Какая замена? Ты сюда. Трёшь, поддержишь, лапы помахаешь. Мальчик. Дайте рыбку. Ну, нет, я вот которые считают, что в чём-то лучше меня. Вот пусть и показывают, в чём лучше. Самим тоже надо по сторонам смотреть, а не тупо в босса с глазами налитыми кровью давать ДПС. Сбоку неудобно смотреть за лучами, потому что не видно этих... Мне удобно смотреть, когда мне босс дыхание в лицо дает, у меня пол ебальника отрывает. Не следите за лучами, и за вами, и за боссом. Да, это тебе зачем случайно?
разве не человек, который следит за... А, все нормально, сейчас Редвар последит, будет анонсить. Ты тут, пиво. Что тебе надо, Тарчик? Че, потанчи свет там, блядь, это... Требуется топовый танк. Там он Данидас что-то не затанчивает, хуёво. Интересно, у вас же много танков. Неужели ну, легко потанчить? Там, понимаешь... Блять, меня сейчас скажут, заходи на ДК, там, блять, спасай рейд, блять. Мне лут надо на друида. Ты багу варом потанчик. Ебать. Да зайдешь, нет? Через 10 минут смогу только. Ладно. Зайду просто. Выйдите, боссы. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. У меня нет цели. Сначала... Этот мир вроде коварный. Там траете еще или что? Нужно выбрать цель. О, раз. У меня нет цели. Сначала. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Заходим. За гром смотрите, сейчас сорвешь 6. Сейчас буду под крышу через 3, 2. Осторожно, там Андонидаса, это очень сильно пробивает, так что или надо будет классно. Че, подождем лезвие? А, ждем лезвие. Стоп. Один.
Макс, топнули. У хвоста. РДД, не бейте большого, пока маленькие не прибегут в рейд. Здесь, а, там вайпанулись уже. Как вайпнулись, да? Ну там смотри. У нас тьма лежит почти вся. Ну, хуярят свет, потому что не смотря вообще. Дело-то не в том, упали хилы. Жить. Нет, у нас по тьме упали РДД от лезвия. БДшники. Просто от лезвия. Троих сбрил сразу. Понятно. Небеса в огне. Падайте шустрее. Заходим, не лежим. Раску сумануть не забудьте. Короче, знаете что? Диспельте меня и подхильте. Ты сейчас прокнула. Блять, сначала. Это там нассал. Надо было в Долоран выносить. Нельзя было подхилить нахуй, а потом диспельнить. А ты не работаешь на это? Там можешь свичнуть шамана, ну или так. Он вам там тотем дает, да? Да. Ну нахуй, можно свет? Нет. Чек на баф на пол. Слышно меня нормально? Да. РДД. Бейте большого только тогда, когда весь маленький трэш придет в рейд. Бери с рыбы этот. Топ. Возможно, что вы его сорвете. Редвар тоже там на пул дашь и переключишься в другое что-то. Я ПКД на тебя напулю. Я имею в виду на пул дашь, переключишься в другое, а то там мелкие пока пробегают, я не могу сильные тычки давать. Чипсы и враска чего не хватает. Я в клуб. Притворяюсь мертвым, у меня агр слетает. Еще раз чек на пул. А возьми какая бать?